Для добычи природных катализаторов исследователи КФУ использовали глину. Полезных свойств этого природного вещества не счесть, и роль его в научно-техническом мире отнюдь не последняя. Глина известна как накопитель ионов незаменимых микро- и макроэлементов. Она проявляет себя в качестве эффективного катализатора для нефтедобычи. Природный катализатор – это вещества, которые находятся в природе в виде минералов, различных отложений, находятся прямо в породе и проявляют каталитические свойства в различных химических реакциях. Катализаторы, полученные при добавлении компонентов глиняных пород, решают сразу несколько проблем. Во-первых, позволяют запустить процесс внутрипластового горения при более низких температурах. А во-вторых, за счет каталитического эффекта стабилизируют фронт горения, что позволяет данным процессам в пласте происходить в достаточно мягких условиях. Соответственно, их будет легче запустить при закачке воздуха в коллекторы, содержащие глиняные породы. Мы использовали природные катализаторы глины для технологии внутрипластового горения. Эта технология используется для добычи тяжелых нефтей. И в ней закачивается воздух в пласт, в скважину, и там происходят процессы окисления. Вот для того, чтобы эти процессы окисления успешно и быстро и эффективно протекали, мы как раз рассмотрели возможность применения природных катализаторов на основе глины. Лилия Баталова, Фарид Захитоглы, Универньюз.